Ну и в эти минуты должна начаться уникальная гонка героев. Участники командами преодолевают препятствия с элементами боевых действий. Все это также в Алабине, откуда мы уже делали включение, чтобы продемонстрировать, как участники этой гонки могут включиться в настоящую армейскую жизнь. Среди них наша команда, команда Live. Вот такие площадки есть в 13 городах России. Везде они уникальны. На подмосковном полигоне Алабина. Почувствовал себя солдатом и Викторию Чуманову. Вика, приветствую! Вика! Приветствую! Насколько сложно? Вы меня слышите? Мы бежим! О, в этом году трассу не стали делать длиннее, но препятствия стали сложнее. Вокруг пушки! И мы бежим по пересеченной местности больше 10 километров. И вот уже один из самых сложных. Вода. Вода прямо как на военном полигоне. И тут нет. Как? Мне страшно, это правда страшно. Кто-то уже уронил, кажется, свой телефон. Все. Вот уже первые потери. И нет. Главное пройти. Нет, страшно. Так, военный. Назад дороги нет. Как перебежать? Думаете, смогу? Нет, не знаю. Нет, у меня, между прочим, ценный груз. Ребята, я просто поддерживаю вас. Просто поддерживаю вас на том берегу. И немножко бегу. Бежи. Не пруды. Опять вода. Почему-то в Москве. Вика, ты береги там себя. Вот мне показалось, но, по-моему, ты уже держишься за бок. В Алабине проходит гонка героев. Наша команда там же участвует. И сейчас мы возвращаемся на Красную площадь, где главное торжество, посвященное Дню города.